Первый шаг на пути к цивилизованному выгулу домашних животных сделан в советском районе. Наконец-то обратили внимание на то, о чем говорить как-то не принято. Но вот этим усеяны все газоны и парки города. В парке Пушкина установили ящики с бесплатными гигиеническими комплектами для сбора собачьих экскрементов. Воспользоваться может каждый собаковод. Владелец собаки подходит к нашему приспособлению, вытаскивает пакетик. Продолжает гулять со своим питомцем. Когда питомец сделал все свои дела, достает совочек картонный, очень удобный. За границей же все это давно уже. А у нас где хотят, там и гадят. Кроссовки не успеваем стирать. Сегодня уже тоже вот уляпались. Каждый день мы приходим и вешиваем по 20, по 30 штук. Каждый. Вот, и, конечно, это неприятно, потому что могут вляпаться и хозяева других собак, и обычные люди. И поэтому я использую вот эти вот пакеты. В дальнейшем мы все-таки планируем в местах скопления, вот где собак большинство выгуливают, ставить такие приспособления. Но это нужно.